Начал свою работу новый хирургический корпус Лапина 2 клинического госпиталя Лапина. Его специализацией является профилактика, диагностика и лечение онкологических заболеваний. Здесь разместилось 8 современных операционных, стационарно 120 коек и реанимация. Новый корпус позволит проводить более 12 тысяч операций в год, обеспечит 180 тысяч амбулаторных посещений. Жители Подмосковья смогут получить качественную медицинскую помощь по программе ОМС.